Рыбакит, папа рисует. Привет. Мы на трансляции, и сегодня мы рисуем какое-то аниме. Корейская манга. Для взрослых. Ну, точнее, привет, читай, вы самые крутые. Рисуйте, пожалуйста, какую-нибудь игру из серии, пожалуйста, из Сеги. Например, из Сеги? Червяка Джима. Кстати, Червяка Джима Сега я уже это рисовал. Это вот эта вот приставка, которая с шестью кнопками. И... Да. У меня не было в детстве, но я играл много, потому что у друзей было. И это потрясающая приставка. Но сегодня мы рисуем с Ваней анимешку. Да, давай ты возьмешь вот эту рыжую, а я этого серого. Давай, мне любого. Я рыжу, а ты серого. Ну, давай. Ну, или как-то так. А она как это, лиса или кто это? Ну, да, это получается там такая вот... Там вот какая штука. Это животные с головами людьми или что? Неко, или как там их называют, короче, типа... Когда тебя укусил кот, ты превратился в Неко. Когда тебя укусил волк, ты превратился в волка. А кот в Неко? Ну, я не знаю, почему. Когда кот, да в кота. Когда Нек, это что? Неко, типа там, я не знаю, как это называется. Это Коте, наверное, по-русски. Коте, кит. Коте. Коте. Ты смотрел эту аниме с это... В общем, подожди, с украинским переводом? Нет? Там нет украинского перевода. Очень жалко, мне кажется, интересно некоторые. Там, да, кстати, интересно очень украинский перевод. На украинском переводе очень прикольные звуки, такие необычные, такой вау! Бачишь вот это, знаешь, типа вот это... И, в общем, вот, вот я тебе сейчас скажу историю, ты тогда поймешь, почему там такая странная как бы обложка. Все началось с того, что... В далекие-далекие времена, давным-давно я был в бревно. Да. И началось все с того, что мужчины повелевали женщинами. Но женщинам это не понравилось, и одна из них начала протестовать. Она протестовала и допротестовалась. Они организовали как бы побег. Они, все женщины ушли. Все женщины? Убежали. Это ужас. Одна против, и все остальные тоже сразу против. Это ужас какой-то. Как можно? И как бы... И бросили своих... Как сказать, мужья были не мужьями. Они просто их использовали в качестве, ну, тяжелый товар, как это называлось. Да? Ну, понятно. Очень плохо использовали, да? Они, да. Мы обиделись и ушли. Дядя Ваня понятнее доносит. Котлеты в холодильнике, разогрей сам, да? И, в общем, в итоге они поделились на... От, ну, как бы вот, багровые лисицы и черные волки. И их начали кусать какие-то животные. Да, это знаешь, какая штука. Знаешь, у них еще какая-то вещь странная. Что они каждые 3 года проводят какой-то там отряд гома. Там же как бы проблема с этим, с рождаемостью. Каждые 3 года где-то. Ну, конечно, проблемы. Все разошлись. Блин, ну да, мужики с мужиками, а бабы с бабами. Женщины с женщинами. Да. И вот из-за этого как бы получилось так, что как бы у них проблема с рождаемостью. И каждые 3 года у них ритуал гома. Ага. Называется он как-то так странно. А знаешь, как у нас этот ритуал назывался? Иван Купала назывался. Иван Купала? Да, стоп, Иван Купала? Это ночь такая, ночь Ивана Купала, когда все танцевали, девушки встречались с парнями и так далее, то Иван Купала. А у них не запрещено, ну как бы у них... У них только по согласию женщины, то есть, точнее, там ты ее должен одолеть, мужчина должен одолеть в поединке женщину, дабы получить ее ожерелье и с ней встретиться в Пхусиль. Это как бы, это штаб... А обязательно драться это? Ну, как бы не совсем так грея, просто ее надо положить противника на лопатки. Можно не драться, защекотать на лопаток, да? Да, на тебя топором вот так! А они еще с оружием там ходят? Да, они все с оружием там ходят. Как бы, знаешь, такой, типа, среднего века что-то рода своего. Своего рода средний век, но, блин... Ужас, ужас. Да, очень ужасно. Хотя у них современные технологии есть, типа... Там Wi-Fi, да, там такое... Ну как сказать, почтовые голуби есть вроде у них, но есть, вроде странно, у них вот эти игрушки создают они все. Какие? Ну, специальные. Ну как игрушки, ну как, точат из дерева. Нет, силикон откуда-то у них. Силикон, а они это резиновое дерево используют. Резиновое дерево это как его, эти как, ивы там вот это, да? Да, резиновое дерево, они берут резину и там используют, а что-то наши предки тоже. Молодцы, лапти делали из них. Лапти вроде из березы делали. Бирюзи. Березовые лапти там. Сок опять-таки, у них спрайта у нас не было, наших родственников этих. У них, предков. У них, они, были, они у них вино, у них чая всякие. Нет, там. Они это, березовый спрайт делали. Березовый спрайт. Березовый сок, знаешь, есть, они спрайт делали березовый.
Ну что, и ты нарисоваешь мужичка, рисуешь, да. Его зовут как? Короче, это Нытик. Нытик. Херан. Уже прям я вылитый я. Нытик. Нытик, его прям вот реально можно назвать Нытик. Знаешь, он говорит, я ничего не знаю. А потом так, хоп, берет блок, ставит любой удар блокирует, оказывается. Я такой, ну хорошо, братан, но ты каратист. При этом поныть-то очень даже. Поныть не вредно. Да, поныть всегда не вредно. Так, а есть? Что, какой тебе цвет? Серенький такой. Нету, серенького нету. Вот так вот берешь вот этим вот, и вот так вот рисуешь, вот так. Ага. Давишь очень осторожно. Ласково, да. И тогда получается. Ласково. Ласково, ласково. Ну мы ж такое рисуем, то надо ласково, ласково. Няшно. Няшно рисуем. Анимешку мы что-то в последнее время забросили, потому что Ваня забросил. А так, в принципе, всякие ж такие. Да вот, можно вернуть, но они популярны. Да. Просто смотри, мы выбираем иногда рисунки, чтобы они были популярны. Ну, всем нравится. Не, ну манхва это везде популярно, особенно среди девчонок, которые любят смотреть всякие страны. Вот, смотри. Ну, если это популярно, к примеру, мы выбираем, но мы зачастую мы больше выбираем то, что нравится тебе конкретно, к примеру, да? Да, к сожалению. И мне, ну, сестренка. А, сестренка Умару там что-то. Ну да, это мне сестренка Умару нравилась. Просто про нее я посмотрел, а про твои остальные я не смотрел. Ну только тетрадку я посмотрел. Одну серию такую посмотрел, уже понял, что там вообще прикольно. Ну, прикольная тетрадка. А они сейчас говорят, что это одна из лучших аниме, вроде как, я почитал. Не, самое лучшее, это, по-моему, этот, ну, всякие вот эти, которые. Мой сосед Тоторо. Призрачный замок, ходячий замок. Ну это как бы не аниме. И это не аниме. Это полнометражный. Это полнометражный. А тут аниме, вот он такой, идея-то хорошая. Сразу видно, там Достоевского читали. Ну, правда, Достоевского читали, и все по Достоевскому там написано. В каком плане Достоевский? А что? Ну, как почитаешь Достоевского, сразу поймешь, тетрадь вот эта вот, она вот подходит Достоевскому прям. Там тоже был такой чувак один. Который хотел все. Ну, он ходил это, с топором. Гоголь, что ли? Гоголь. Гоголь Ви перечитал. Ви, да. Ви, кажется, выходил как-то. Моя жена хотела пойти на Ви смотреть. Ну, слава богу, не пошли. Павлика испугать. Нет, сами. Без детей. Зачем детей? А детей? Дети в бабушке могли посидеть. Ну нет, мы не пошли, слава богу. Да мы что-то с тобой давно в кино не ходили, Ваня. А я сходил на «Мир юрского периода» и все. Второй. Не, ну там ты зря какое время потратил, потому что выбираешь. Нет, там руку откусили. Ну это что, классно, что ли? Ага. Это ужас какой. А я смотрела. Да, вот пустили 12, рейтинг 12+, блин. Не, ну подумай, сейчас рукой не... А вот если там, не дай бог, что-то будет... А вот 12... то, что мы рисуем сейчас, такой у тебя суслик получился. Так он и есть суслик, он как бы отбивает удары, но рисунок он не атакует. Получается классно. Ну спасибо, рисуем как можем, как бы. Мне кажется, у Вани очень идеальный рисунок и вполне. Вани самый классный рисунок. Вот я чувствую себя им суслик такой, сижу возле холодильника, жду, пока откроется, утащу оттуда. Суслик классный. Иди. Ну, сейчас она придет тоже. Но это последний рисунок с Ваней на сегодня, так что передавай да. Привет, а Ваня, прощайся. А котик. Ой, ну еще чего котик. Ты постоянно лезешь? Ну, мы постараемся встречаться сейчас, настроим все. Так, прекрати что? Лезть. Ну что, будем продолжать анимешку рисовать в будущих годах? Когда начну, когда я восстановлю, конвейер аниме начнет вот так вот. Просмотр. А, ну хватит, ну перестань. Новые просмотры пойдут. Ну, может, и начнем что-то с аниме делать. Ну, мне там прикольное. У меня как бы есть там уже начало, можно. Но я не хочу больше начала. Просто мне уже манху не нравится читать. Потому что там один ужас. В одном, блин, в этот, как его. В одном. Хоть не раз.